Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет видео топ-10 из каталога номер 2 компании Oriflame. Я выбрала 10 продуктов, которые мне бы хотелось, чтобы мне подарили. То есть я в этот раз смотрела на подбор с точки зрения, вот как бы я хотела, чтобы эти продукты были у меня. Нас ждут череда праздников: День влюбленных, 23 февраля, 8 марта. И в этом каталоге как раз есть вот все необходимое для того, чтобы собрать красивые, интересные подарки. Итак, начнем с первой странички. Нас радуют новые продукты серии, целых две серии с помадами. Первая серия с эффектом металлик, а вторая серия обновленная, ультракремовая, 5 в одном. Кстати, у меня сейчас на губах ультракремовая помада «Красное вино». Посмотрим эти две помады. На мой взгляд, каждой девушке всегда приятно получить новую помаду. И у меня часто бывали такие ситуации в жизни, когда я хотела поднять себе настроение, я выбирала помаду. Я не знаю, как это работает, но помада действительно поднимает классное настроение. И еще ароматы новые. Итак, первая помада с эффектом металлик в розовом футляре, в таком красивом, не розовый цвет Барби, а красивый дымчато-розовый такой цвет. А у меня помада тоже розового оттенка, морозная сирень. Есть на канале видео обзоры с помадами и с той, и с другой. Что сказать по качеству? Помады на высоте, чудесно лежат на губах, легкие, невесомые, при этом плотное покрытие с первого прикосновения. Особенно ультракремовая помада порадовала, потому что предыдущая серия была более плотная и как бы не всем нравилась. Эта серия, я уверена, будет пользоваться огромной популярностью. А что нам нужно к помаде, чтобы завершить образ? Конечно, каждая девушка думает о том, что нам нужна. Сейчас я буду перелистывать немножко странички. Сегодня будет нестандартный подход. Нам нужно сделать акцент на глаза. Многие задавали вопрос, отпечатывается помада или нет. Да, эта помада отпечатывается. Если речь идет о том, что мы носим маску, и чтобы маска не пачкалась, то скорее нужно подобрать более стойкую помаду. Но это такая красивая помада, такая приятная, и все же она не так сильно отпечатывается, как более такие легкие увлажняющие помады. И мы делаем акцент на глаза, поэтому я отметила и себе буду заказывать вот этот зелененький карандаш, радужный зеленый. Я хочу попробовать сделать макияж, чтобы вот внизу подвести зеленым, растушевать, а сверху сделать уже такую черную стрелку, густые ресницы и подобрать варианты, какие, может быть, сюда подойдут тени. Кстати, тени, конечно же, тени. А у нас их целая палетка. Мы можем собирать с вами сейчас любые варианты теней, так как у нас есть тени Refill. И в этом каталоге на всю палитру теней и на магнитную палетку, она вот такая большая палетка, в нее помещается 6 оттенков, скидка, тени всего по 179 рублей. И вы можете собрать ту цветовую палитру, которая вам нравится. И можно взять сначала два оттенка, попробовать их, потом выбрать еще парочку, то есть заполнить свою палетку полностью и делать необычные макияжи, каждый день разные. Но и, конечно, нам понадобятся стрелки. Для стрелок мы используем маркер, то есть у нас как бы не совсем топ-10, да, получается, но тем не менее маркер — это то, что у меня сейчас на в качестве стрелок я использую. Это очень удобный вариант нанесения стрелок. Многие пишут, что не умеют красить стрелки. Я тоже не умела. Нужно тренироваться, потому что стрелки делают глаза, взгляд очень выразительным, и полностью меняется лицо, даже лицо, потому что когда мы задаем стрелочкой направление глаза чуть вверх, у нас распахиваются глаза, и как бы все лицо становится более выразительным и
таким четким. Удобная форма, то, что мы привыкли писать, для нас это ручка, карандаш, маркер, то же самое, то есть мы как будто бы пишем эту стрелку так, как мы хотим. Сильно отличается, если взять подводку с мягкой такой гибкой кисточкой, к ней сложнее приспособиться, а к такому маркеру, мне кажется, приспособиться сможет любая девушка. Ну и завершит макияж, конечно же, та-дам, помада для бровей. Это тоже мое новое открытие еще 2020 года. Именно тогда появилась помада. И сейчас она у меня как раз на бровях. Весь день она продержалась. Утром я делала макияж. Как видите, макияж получается с нашими продуктами стойкий, выразительный. Тени не блекнут, не впитываются. То есть вот я как утром накрасилась, я сейчас только чуть-чуть добавила румянца и накрасила губы. И получился такой классный макияж. Чем мне понравилась помада? Она стойкая, и она делает эффект бархатных бровей. Смотрите, как здорово все оформлено. Кисточка в крышке. Я люблю, когда все под рукой. Мне не очень удобно, когда кисточку нужно брать в другом месте, продукт в другом. Здесь же все классно продумано. Набрали, накрасили, убрали кисточку герметично, все закрыли. И при этом очаровательный дизайн. Я думаю, что такой помаде тоже обрадуется любая девушка. Но я, честно, была в восторге, когда первый раз ее попробовала. Кстати, у меня есть тоже на канале видео, где я делаю сравнение помады для бровей и нашей палетки для бровей, которую я тоже люблю. Итак, мы с вами собрали косметичку. Помогаем девушкам, нашим знакомым, клиентам, близким собрать свою косметичку. А самое главное уже здесь, но это еще не все. Нам понадобится тональная основа. И как раз в этом каталоге выходит новый AZ-крем, тональный крем в двух вариантах. Для сухой, нормальной, склонной к сухости кожи и для комбинированной, жирной, с матирующим эффектом. У меня, конечно, новинки пока нет, я вам покажу тюбик, который был у нас в предыдущей коллекции. Они, в общем-то, похожи. У меня сейчас здесь в руках гидромат, то есть матирует, увлажняя, уникальная формула. Про этот крем я скажу только положительные эмоции. Он действительно хорош. И даже эта форма тюбика, которую я не очень люблю, потому что все равно есть потеки, все равно она меня устраивает, потому что крем очень легкий. Кстати, сегодня я разговаривала с клиенткой, встретилась, и она говорит: Лиля, у меня разбилась тональная основа. Она мне брала предыдущую, то есть новинку The One, адаптивную, сейчас скажу, как она правильно, Everlasting. Да, Everlasting. Угу. Вот это она у меня брала. Хорошо, говорит, что уже как бы там чуть-чуть осталось, и все равно нужно было бы покупать. Просто в ванной упал флакон на кафель и вдрызг разлетелся. И я говорю: тюбик, он точно не разобьется, ты можешь с ним делать все что угодно. Тот же самый объем и новинка, которая продает еще и свечение, потому что был запрос, что лицо должно быть более сияющим. Мы как бы выбирали хайлайтер, но в этом каталоге нет таких вариантов интересных и по цене, да, и по выбору. Тональная основа с эффектом свечения — самое то, что нужно. Итак, мы собрали косметичку, самые базовые продукты. Ну, конечно, здесь еще можно было бы добавить пудры, румяна и так далее, но самое основное, базовое, уже есть, уже можно с этим делать классные макияжи. Итак, давайте я уберу закладочки, чтобы мне не путаться то, что мы посмотрели. Ну и далее возвращаемся в самое начало. В этом каталоге, как вы знаете, я обычно не говорю об ароматах, потому что у всех разный вкус, разные предпочтения, и трудно как бы предлагать один вариант всему населению, это нереально. Но тут я не удержалась, потому что у нас вышла парочка. Я очень люблю парные ароматы, и в основном люди спрашивают: а есть что-то вот, чтобы и моему там, и мне? И у нас, конечно, всегда есть эти варианты. И новинка с интересным названием Lost in You, для него и для нее. Я выписывала себе вот такой набор пробников,
Конечно, мне хочется из оригинала продегустировать аромат, но пока есть только такая возможность из пробников, и мне понравились оба аромата. Честно говоря, даже мужской аромат я бы носила сама, он невероятный. В его состав входит имбирь, бобы тонко и сандал. Очень сексуальный, очень мягкий такой аромат, и в нем нет такого, что прям вот мужественный, жесткий какой-то, да. Он очень приятный. Я думаю, что эта парочка покорит сердца очень многих людей. Я вам рекомендую заказывать всегда тестеры, чтобы дать возможность клиентам выбрать максимально точно и в результате быть довольными своей покупкой. Что интересного вы также в этом варианте подарка? То, что покупая один из ароматов, можно выбрать, по-моему, за 3 рубля. Да, всего за 3 рубля. Или шампунь для волос и тела мужской, или тушь для ресниц 5 в одном, как раз с дуохромным эффектом. По-моему, это она же? Да. Отличная тушь. Я, кстати, ей как раз вот только закончила пользоваться. Она у меня была более 2 месяцев. И следом я открыла снова тушь 5 в одном. Вот она у меня сейчас на ресничках, потому что она классная. Самая лучшая тушь, я все время к ней возвращаюсь, хотя мне нравятся и другие туши в Oriflame, но это любимая. Так, далее, конечно, мы думаем о том, что не все могут позволить себе или иметь желание дарить дорогие подарки, а иногда бывает, что просто хочется сделать такой вот, ну, комплимент, что-то чисто символически, так вот, ну, чтобы это запомнилось, и это точно не шоколадка, согласны? И на помощь нам приходит набор: крем для рук и мыло в красивой такой нарядной влюбленной упаковке, и в состав входит аромат цитруса, малины, ванили и мускуса. Мне очень понравился стильный яркий дизайн, буду брать наборы такие, и обычно у меня наборы уходят просто вот как вот горячие пирожки разбирают, потому что 139 рублей всего-навсего — это не такая уж высокая цена. Обратите внимание, есть еще несколько вариантов пакетиков, кстати, очень красиво исполнено, художественно, я бы так сказала, красиво. Следующая страничка для малышей. Вы знаете, я когда потерла страничку, еще перед Новым годом появилась эта коллекция для наших маленьких, я захотела себе аромат, но его не было на складе. Как вы думаете, буду ли я его заказывать себе сейчас? Вот кто угадает, тот молодец, пишите прямо в комментариях, потому что этот аромат, он настолько вкуснючий, я только так могу назвать его. Я не знаю, я не смотрела мультик «История игрушек 4», но аромат мне понравился. И в этой коллекции мыло, туалетная вода и шампунь для волос и тела. Угадывайте. Следующий разворот. Конечно, при слове «спа» возникают нереально приятные ощущения, такие ассоциации. У меня такие ассоциации. А у вас? Вот вы слышите слово «спа», вот что вы сразу представляете? У меня сразу картинка: красивая комната с элементами деревянными, такие под дерево, какая-то ванная красивая, лепестки роз, аромапалочки стоят, такое все приглушенный немножко свет, и я вижу такое окно огромное с видом куда-то там на океан. Вот у меня такая ассоциация: много воды, много релакса и расслабления. Поэтому я выбрала эту страничку, серия Swedish Spa. В эту коллекцию входит диффузор. Недавно записывали как раз видео сравнения нашего диффузора и наших покупочек из Leroy Merlin. Кстати, вижу, на подоконнике стоит диффузор, еще не прошел месяц, он уже закончился. Мне прослужил диффузор при максимальном использовании, то есть здесь 6 палочек, полгода. То есть он вот только-только закончился, там даже вот капельки еще остались, и я его пока еще не обновляю. Посмотрите, как это красиво. Во-первых, когда вы получите диффузор, он придет в высокой, в полный рост вот этих палочек, в высокой коробке, очень красивая коробка, и аромат суперский, просто суперский. В этой коллекции также есть
такой гигантский 200 миллилитров мусс для душа, его нужно так вот хорошо вспенить и выдавить пушистую, душистую, плотную пену на руки и нанести на влажную кожу. То есть можно принимать ванну вдвоем, делать друг другу с этой пеной массаж, это очень кайфово. И третий продукт, который является тоже моим одним из любимых продуктов, скраб для тела, который просто покорил, мне кажется, уже сердца многих, я даже не знаю, может быть, миллионов женщин, скорее всего, потому что он очень хорош, очень просто. Ой, крышка что-то не открывается, вот, даже хочу ощутить этот аромат. Недавно его только получила, надо оторвать пленочку, чтобы удобнее было пользоваться. Вот это чудо творит с кожей что-то невероятное. Во-первых, чудесно снимает всю усталость, все вот эти мертвые клетки, очищает поры, а масла напитывают кожу, и выходишь из душа и просто чувствуешь себя богиней. Это как? Вот просто используя какой-то, да, продукт, из одной баночки можно как бы даже перевоплотиться. Поэтому я выбрала эту серию, у меня тоже есть клиенты, которые уже очень любят и ценят, поэтому будем предлагать. И дальше, та-дам! Я подумала, не, я очень долго думала, мне сложно было выбирать в этом каталоге, я постоянно переклеивала закладки то в одно место, то в другое, и все-таки я решила, что мицеллярная вода очень актуальна сейчас, и скраб Optimus. Мицеллярная водичка всего за 199 рублей, а у нас как раз закончились запасы, поэтому я буду покупать для нашей семьи, ну, в основном для дочки, потому что она обожает мицеллярную воду, и мы все время для нее заказываем. И следующая страничка будет посвящена наборам. В набор входит дезодорант и крем для тела, одинаковые ароматы. Это очень замечательно, когда мы наносим на себя какие-то продукты, и они друг друга дополняют, а не перебивают. Поэтому это классное решение. Дезодоранты будут выглядеть вот таким образом, а крем вот в такой банке. У меня, правда, медовый, но чтобы было понятно, что это набор достаточно такой объемный, приятно будет такой подарочек получить, и его стоимость всего 519 рублей именно в наборе. Отличная тоже акция. И завершает мой обзор, я думаю, что вы уже догадались, потому что нас ждет 23 февраля и День влюбленных, поэтому набор для мужчин, их даже два набора в этом каталоге, потом посмотрите еще предпоследнюю страничку, но я делаю набор, именно акцент на наборе, в который входит пена для бритья и увлажняющий гель после бритья. Пена будет вот такая вот большая, у меня, правда, из прошлой коллекции пенка недавно была в распродаже, я взяла, честно говоря, я ожидала, что будет что-то интересное для мужчин, но на всякий случай, потому что пену часто спрашивают. Наша пена очень классная, во-первых, она густая, плотная, с ней комфортное бритье, это отмечают все мужчины. У меня когда Миша еще пользовался станком, он сказал, что наша пена самая классная, поэтому такой набор всего за 299 рублей. Просто ради интереса загляните в магазин, ну вот самый доступный это Рубль Бум или Магнит Косметик, и посмотрите, сколько стоит пены для бритья. Напишите мне в комментариях, потому что я-то ходила, смотрела, и я знаю, что наша пена очень выгодная, при том, что я точно знаю, что она хорошая, она порадует любого мужчину. И я вас благодарю за внимание, по-моему, мы обо всем поговорили. Я вам желаю вот такого классного каталога, чтобы у вас было много довольных клиентов, благодарных, которые постоянно возвращаются к вам снова и снова, потому что вы подбираете им самые лучшие варианты продуктов для них и их близких. А если видео полезное, ставьте лайк. До новых встреч, с вами была Лилия Донскова, пока-пока.